более подробные результаты на табло, хотя тоже, опять же, хотелось бы. Горшкова, Бутиков, тренер Чайковская и Котин. Елена Анатольевна. Интересное второе положение вращения. И как-то не хочется об этом говорить. Потому что мне кажется, что вчера был латиноамериканский день, и сегодня его повторять, потому что мне кажется, что танго, оно все-таки все равно принадлежит как раз Латинской Америке.
И второй день я бы так не делала, например. Я бы как-то, если говорить о развитии пары, то как бы взять, я бы взяла какую-то другую музыку, но я не могу советовать. Я как раз советую, но они могут ко мне прислушиваться, могут не прислушиваться. Вот. Это важно. Рассказываю. На Финляндии трофе они заработали 123 балла. Мне кажется, что лучше иметь ясную картину про себя, когда ты чем-то занимаешься очень серьезно, чем всегда иметь неясную картину и на что-то всегда ссылаться или придумывать что-то себе, что тебя или тут, или там тебя не так неправильно поняли. Это чемпионат России. И здесь все предельно ясно. Да. 120 баллов они получают здесь.